Как будет выглядеть будущая квартира и из каких материалов строится дом? Компания «Реком» открыла демонстрационный офис, посетив который можно убедиться. «Реком» использует качественные строительные материалы и современные решения. Экскурсии уже начались. Что обеспечит презентабельный вид фасаду, тепло и энергосбережение в квартирах, какие виды отделки предлагают строители и какие материалы используют? Здесь все экспонат, от хромированных полотенцесушителей до дверного блока. Здесь представлены квартиры в разрезе. Клиенты смогут ознакомиться с техническими характеристиками дома, отделкой квартиры, что дает возможность получить развернутую и качественную информацию при выборе квартиры в новостройке. Демонстрационный офис расположился в удобном месте, недалеко от торгового центра «Сити Молл». В этом районе мы и строим несколько многоквартирных домов. То есть, приехав сюда, клиенты смогут ознакомиться и со строительными объектами, и районом, и развивающейся инфраструктурой. На открытие демонстрационного офиса «Реком» пригласил будущих жильцов и партнеров. Поздравил компанию первый заместитель главы администрации Александр Пантелеев. Председатель совета директоров группы компании «Реком» Ренат Райманов отметил, что демонстрационный офис будет дополнен. И очередной шаг для того, чтобы наши клиенты, прежде всего жители, но в том числе и те, кто с нами работает, наши партнеры, это банки, риэлторы, наши подрядчики и так далее, могли наглядно увидеть то, чего они у нас постоянно просят показать нас на наших объектах. Совместные программы банков и компании «Реком» позволяют предлагать квартиры на оптимальных акционных условиях. Это оформление ипотеки без первоначального взноса. Ипотека с поддержкой застройщика в Абсолют-банке, при которой застройщик первые 3 ипотечных платежа берет на себя. Группа компаний «Реком» – единственный застройщик в городе Стрельтамак, которая получила уникальное предложение от Сбербанка. Наши клиенты могут оформить ипотеку под 8% годовых. Фактически это исторический минимум. Жилые комплексы от «Реком» уже несколько лет считаются образцовыми не только в городе, но и республике. Грамотную планировку территории и качество жилья высоко оценил Госкомитет Республики Башкортостан по строительству и, конечно, жильцы. Светлые квартиры с высокими потолками и функциональные дворы. «Реком» строит дома, где людям комфортно жить.